будет создана такая система путешествия во времени, но, по крайней мере, назад это достаточно легко придумать. В голове какие-то есть воспоминания, те или иные моменты жизни, в которые мы хотим вернуться. Может быть, компьютеризировано, ты во сне будешь попадать именно туда, таким образом путешествовать во времени назад. А вот насчет вперед. Продлить жизнь. Если ты продлеваешь ее как бы, ну, молодую жизнь, ты в молодости, и так вот там тебе 70, а выглядишь на 25, да, может быть, это интересно. А если тебе там 70, и тебе продлевают, ее продлевают, это же мучение. Я считаю, что жить вечно – это неинтересно. Должен быть какой-то всегда предел. Человек – такое существо, он может освоиться в любой обстановке. Поэтому мы справимся.